Mi ahí моя мечта это стать инженером. Получить техническое образование и достойную профессию – мечта этих ребят. Для этого они приехали учиться в Самарский политех, но преградой стало незнание русского языка. Поэтому перед освоением основных программ они прошли дополнительный курс по изучению великого и могучего. На экзамене им нужно было выполнить без подготовки три задания – побеседовать на заданную тему, принять участие в диалоге и начать разговор в ситуации, в которую они могут попасть в Самаре. Как отсюда дойти до площади Куйбышева? Идите прямо по этой улице. Хорошо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, сколько стоит проезд в автобусе? Проезд в автобусе стоит 32 рубля. В этом году курс прошли 55 слушателей из стран ближнего и дальнего зарубежья. География участников широка. Здесь представители стран и Африки, и Ближнего Востока, и Восточной Азии. Пока ситуация позволяла, учились очно, а с марта перешли на онлайн-формат. Время, которое изучали ребята язык, это 9 месяцев с октября. Многие ребята присоединились уже к процессу обучения гораздо позже. Мы показываем результаты ребят, которые учились очно, естественно, присутствовали на занятиях, но в связи с сложившейся ситуацией занятия с марта месяца были приведены в дистанционный режим. После успешной сдачи экзамена выпускники получат сертификаты, которые позволят им продолжить обучение в российских вузах. Андрей Горгуленко, Михаил Матвейшин. События.